Рання професійна орієнтація стає все більш популярною серед школярів. Більшість дев'ятикласників вважають, що краще відразу приступити до освоєння навичок своєї майбутньої професії, ніж витрачати ще 2 роки в школі, які в основному сфокусовані на підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання. У цьому році близько 300 випускників 9 класів стали студентами 1-го курсу коледжу Міжнародного гуманітарного університету. За традицією, зарахування нових студентів проходило в урочистій обстановці. Надо развивать колледжное образование, нужно развивать профессионально-техническое образование, потому что после 9 класса люди должны, как правило, определиться, что они хотят. Вот мы видим здесь, на этой площадке университетской, что они хотят, некоторые из них станут врачами, другие станут юристами, экономистами, переводчиками. Но у нас есть еще возможность, чтобы они параллельно учились на одной специальности и на другой специальности. Эти новшества позволяют нам конкурировать с многими высшими учебными заведениями. Эти новшества, которые у нас ежегодно внедряются, в том числе и в учебный процесс, позволяют нам готовить хороших специалистов. Навчання в коледжі значно важче, ніж у школі, адже за 1 рік студентам доведеться освоїти відразу 2 роки шкільної програми. Хочеш не хочеш, а вчитися прийдеться дуже ретельно, але набуті навички знадобляться в подальшому житті. Особенностью Международного гуманитарного университета является то, что это классический университет. И мы постоянно анализируем и мониторим рынок труда. И если мы видим, что те или иные специальности стали очень востребованы, для нас нет никаких проблем пролицензировать ту или иную специальность, пригласить специалистов, я имею в виду профессорский состав, для того, чтобы качественно преподавать эти дисциплины. Но самое главное, мы очень активно работаем с работодателями. Практически во всех сферах у нас есть партнеры, которые уже во время обучения студентов в Международном гуманитарном университете приглашают их на работу, сначала на практику, а потом трудоустраиваются. Коледж Міжнародного гуманітарного університету здійснює підготовку молодших бакалаврів у сфері фармації, юридичних і економічних наук, дизайну, IT-сфері і ряду інших затребуваних професій. У нас открытый, хотелось бы отметить, открылась новая специальность. Это психология, филология, отельно-ресторанное дело. И в медицинском колледже мы набираем фармацевтов, провизоров, которые в дальнейшем могут стать студентами 2-го курса медицинского института Международного гуманитарного университета по специальности медицина либо стоматология. А если они продолжают фармацию, то сразу студентами 3-го курса. Міжнародний гуманітарний університет має кращу матеріально-технічну базу з усіх вищих навчальних закладів півдня України. Також тут зібрано кращий професорсько-викладацький склад. ВУЗ приваблює педагогів перспективами подальшого розвитку, а також можливістю для реалізації свого творчого і наукового потенціалу. Наша кафедра обладає таким величайшим потенціалом, мені кажется, даже лучшим у нас в стране, тому що педагоги – реальні практики. Они могут научить, ну вот, практически, как это делать. Приятно, что Сергей Васильевич Кивалов, он сам поддерживает получение знаний через практику. То есть мне нравится эта тенденция, и вот как в этом наш коллектив, весь педагогический состав и руководство едины. Потому что в этом университете не ощущается запах бедности, которые, к сожалению, ощущаются в очень многих других наших вузах, если не во всех. Это правдиво. А красиво, потому что он замечательный и научит вас всему, чему вы хотите научиться. Університет постійно розширює базу практики для студентів, укладаючи угоди про співпрацю з різними приватними, державними компаніями та підприємствами. У 5-му апеляційному адміністративному суді Одеси щорічно проходять практику близько 100 студентів. Як багатолітній практикуючий юрист і державний служащий, я дуже рада, звісно, що руководство коледжа Міжнародного гуманітарного університету уділяє таке велике увагу саме практичним навикам студентів. Ми, звісно, всіх чекаємо, у нас очень большая обеспеченная база для проведения таких практических занятий. Очень рады сотрудничеству и, конечно же, большое спасибо за то, что позволяете нам принимать участие в подготовке будущих кадров. Протягом 3 років працює з Міжнародним гуманітарним університетом фармацевтична компанія АКС. Практику та стажування в аптеках АКС також проходять студенти коледжу.
У нас специально подобраны заведующие наставники, которые с гордостью и ответственностью относятся к тому, что они являются наставниками, и именно им дана честь вводить в должность студентов, которые приходят к нам на практику. Что касается студентов, так скажу вам так. Очень старательные, особенно вот колледж проявляет, у них настолько, либо это раннее вот внедрение уже в профессию такое для детей, и они настолько старательные, настолько впитывают все, что им рекомендуют, потому что на последующих практиках они приходят уже с совершенно другим осознанием ответственности по этой профессии. Я очень благодарна, во-первых, руководству университета и колледжа за то, что они всегда прислушиваются к тем рекомендациям, которые мы даем как практики в своей работе. А мы стараемся максимально, знаете, познакомить, не только познакомить, но впустить в эту волшебную жизнь аптеки, которая для каждого студента – это такая большая неизвестность. Вже третій рік в якості запрошеного експерта читає лекції для студентів вузу КОУШ тренер особистісного зростання Вероніка Задорожня. Провожу лекции на разные темы. Это и психология, и профайлинг, жизненные отношения. А сейчас я понимаю, что буду с удовольствием приходить к вам в гости и общаться на тему ресторанного бизнеса, так как с некоторых пор являюсь совладелицей ресторана. Это полную самоотдачу тому делу, которым он собирается заниматься. И у меня есть определенные тесты на эту тему, когда я принимаю сотрудников на работу, я их так аккуратненько тестирую, потому что если человек не лоялен твоему бизнесу, если человек не лоялен тому заведению, в котором он учится, толку от него не будет ни для вас, ни для него. Поэтому лояльность, лояльность, еще раз лояльность. А лояльность рождается и зарождается по отношению к тому делу, которым человек будет заниматься, уже, конечно, в стенах заведения, в котором он учится. Багатьох абітурієнтів приваблює можливість по закінченню коледжа продовжити навчання у вузі. Провчившись 4 роки, випускники коледжу переходять відразу на третій курс університету. Таким чином, вступаючи до коледжу після 9 класу, можна заощадити цілий рік навчання. Раньше я училась в Шаге, и я поняла для себя то, что я не хочу быть программистом, а хочу именно быть дизайнером, потому что это мечта детства. И я обожаю всю моду, я обожаю рисовать. Я вижу в этом прекрасное. Это интересно. И я считаю, что я выбрала правильный факультет. Потому что это современное учебное заведение, хорошие аудитории, хорошая инфраструктура развита, стадионы, залы, мы спортсмены, поэтому мы рассчитываем как бы пользоваться этими преимуществами этого учебного заведения в дальнейшем, в развитии, в спорте и в учебе. Набір абітурієнтів на перший курс коледжу Міжнародного гуманітарного університету ще не закінчено. З 1 серпня стартує другий етап набору, який триватиме до 22 серпня. Випускники 9 класів, які ще не встигли подати документи або вирішили піти зі школи, мають можливість стати студентами коледжу Міжнародного гуманітарного університету. Крім цього, отримати професійну освіту в коледжі можуть і випускники 11 класів, навіть без сертифікатів ЗНО. Якщо через карантин або з якихось інших причин не було можливості здати незалежне тестування або не вистачає балів для вступу до вищого навчального закладу, з 1 серпня по 1 вересня є можливість подати документи до коледжу. Випускники 11 класів надходять відразу на другий курс, а по закінченню навчання також мають можливість продовжити навчання у вузі. Це прекрасна можливість отримати вищу освіту, не втрачаючи при цьому рік навчання. Що ви студенти нашого вищого учебного заведення?